Всем привет, дорогие друзья! Я знаю, вы нас всех потеряли. Ну, хочу сказать, сейчас на моем канале я не буду снимать, может быть, так часто семью. Я, по частности, буду снимать обзоры. Сегодня у нас, кстати, с вами будет обзор. Обзор игрушек. Сейчас я вам их покажу, и вы сможете их заказать на ссылочках в описании. Игрушки классные, редкие, поэтому смотрим. Распечатываем. Так, ребята, тут у нас вот такой чемоданчик интересный. Это серия Гарри Поттера. Всех любителей Гарри Поттера, заходите на ссылочку в описании и заказывайте. Я своим деткам заказала. Давайте сначала, что будем смотреть, ребятки? Пакетики, а потом чемоданчик откроем. Ну, давайте. Тут у нас три пакетика. Есть специальная застежечка, чтобы открывать. И смотрим, что же тут. Вот такой человечек в нем. Поставим сюда. Дальше есть бумажка по Гарри Поттеру. И тут показаны, какие тут человечки будут. Его можно одевать на карандаш. Можешь приблизить? Чуть-чуть на карандаш можно вот так вот одевать. Это специально для карандаша. Я так поняла, это, наверное, ластик. Игрушка топпер на карандаш. Это просто игрушечка. Вот такой человечек. Первое. Так, уберем мусор, чтобы не мешался. Следующее. А тут даже на упаковке, ребята, нарисовано, что это для карандашей. Тут три штучки. Следующего человечка достаем. Вот такой вот следующий у нас человечек, черненький, красивый. И такая же бумажка, вставка тоже с картинками человечков. Как они называются, персонажи, я даже верить нет, я как бы не в курсе них. И третий персонаж тоже одевается на карандашик. Давайте я, наверное, вот так вот поверну, чтобы вам было видно всех трех. Как их установить еще? Ну вот, короче, вот так вот три человечка. И также имеется бумажка. Три бумажки и три человечка. Ну, очень интересный, кстати, карандашик. Сейчас какой-нибудь возьму у ребятишек и посмотрим. Да, ребята, смотрите, хорошо одеваются на карандашик. И будет очень красиво на ваших карандашах смотреть. Так. Теперь открываем чемоданчик. Смотрим, что уже там. Смотрим, смотрим, смотрим. Какой интересный. Гарри Поттер номер 3 у нас попался. Так, а как бы его еще открыть? Так. Угу. А, 2, 1. Ребят, тут окошечко 1, окошечко 2, окошечко 3. Ну, давайте попробуем окошечко 1 открыть. Открывается легко. И здесь какой-то наклеечка, я так понимаю, скорее всего. А нет, там защитный слой надо стирать сзади. Что, будем стирать? Стирай. Сейчас я ногтями сотру и посмотрим, что уже там такое. Так. А тут нарисован герб. Какой, ребятки, герб? Покажите, покажите. Герб нарисован. У Гарри Поттера льва. Дальше смотрим. Номер 2. Открываем. И тут флаг, флажокчик такой. И там тоже написано, что надо стереть. А, не стереть. Тут капелька нарисована. Тут, если было... Водой. Водой, наверное, надо. Машенька, сходи водичка, намочи, пожалуйста. И давайте попробуем открыть окошечко номер 3. О, легко открылось, ребята, кошечка номер 3. Первое, что я здесь достаю, это две бумажечки. Так, давай посмотрим. Здесь написано какой-то герб. Видно, Света, там? Да. Видно? Ну, вот такая вот штучка. Ну, интересно, кстати. Так, здесь магическая капсула. В ней может попасться один вот из этих персонажей. Сейчас мы посмотрим, какой у нас попадется. Есть еще вторая бумажка.
Так, а это конвертик, ребята, это не бумажка, ее открыть надо еще. Сейчас откроем, посмотрим, что же там такое. Тут палочка такая маленькая. Это подсказка, я так понимаю. Маленькая палочка, давайте ее положим сюда. Дальше смотрим. Тут, ребята, пакетики. Раз пакетик, два пакетик, три пакетик. И самый большой пакетик, это, скорее всего, уже с человечком 4. И чемоданчик свободный. Закроем чемоданчик. Вот красотой поставим вот так сюда. Давайте, наверное, пакетики, да, сначала будем открывать. Сейчас посмотрим, что же там. Так, тут такая вот то ли карта, то ли что. Тоже подсказочка небольшая. Так, следующий пакетик открываем. Здесь у нас грифон, да, по-моему, он называется грифон же. Вот такая вот птичка интересная, красивая. Так у нее, ребята, вырисованы глаза красиво, перышки. Это вообще классно. Кстати, сделаны фигурки очень красиво, очень реалистичные такие, что вот эти вот на карандаш одеваются. Так, и третий пакетик. Смотрим, что же там. А тут кто это? Добби. Вот такой вот маленький Добби. Такой маленький, такие глазки у него, улыбка, бровки. Так все, ребята, четко прорисовано. Вообще классно. Вот у меня дети будут сейчас рады. И открываем последний пакетик. Как думаете, какой там персонаж будет? Гарри Поттер? Ну, давайте. Ну, у них же там персонажей-то много. Все-таки думаете Гарри Поттер? Да. Так, дети у меня сказали Гарри Поттер. Давайте доставать и смотреть. Та-дамс! Кто Гарри это? Поттер. Гарри Поттер? Угу. Ну вот, видите. Гарри Поттеру вставляется это, вот эта вот палочка в ручку. Вот у него тут есть для этого. И вставляется вот эта карточка в другую ручку. Вот, пожалуйста, вам вот такой вот Гарри Поттер. Очень красивый, очень реалистичный. Еще раз напоминаю ссылочку, где вы сможете заказать вот эту вот серию. Там много разных персонажей, очень интересные. Я оставлю в описании под видео. Если вам понравился такой обзор, то заходите на наш канал, подписывайтесь на него. И всем желаю приятных покупок и хорошего настроения.